Каждое государство имеет свою специфику налогообложения, которая зависит от большого количества факторов. Беларусь в этом случае не исключение. В стране существует такая категория налогов, которую оплачивают физические лица, исходя из имеющейся у них в собственности недвижимости. Это, собственно, налог на недвижимость и платеж за землю. Брест достаточно нестандартный город, все потому, что здесь вместе с большим количеством многоэтажек в установленной черте находится немало частных домовладений с постройками и участками, владельцы которых ежегодно уплачивают в казну государства налог на недвижимость и за землю. Приближается срок уплаты имущественных налогов для граждан, которые имеют в собственности земельные участки, а также объекты недвижимости. Для равномерного распределения налоговой нагрузки, конечно же, целесообразно эти платежи платить частями заблаговременно, но главное это сделать своевременно. В связи с этим напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов, а также арендной платы за земли за 2021 год истекает 15 ноября текущего года. Суммы налогов, поступившие в бюджет, позволяют государству обеспечить финансирование расходов на здравоохранение, образование, содержание детских и дошкольных учреждений, расходы на благоустройство территорий, охрану природы. Поэтому своевременная уплата позволяет ускорить реализацию многих важных проектов. Есть несколько вариантов узнать, какова же необходимая сумма налога в эквиваленте. Посмотреть физические лица. Данные платежи могут через платежную систему ЮРИП, введя свой учетный номер физического лица, где сразу отразится начисленная сумма налоговым органам. Ну и кроме того, обращаем внимание, что за несвоевременную уплату имущественных налогов предусмотрены пени, а также административная ответственность Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. Для оплаты налогов используется сразу несколько способов. Совершить платеж можно через инфокиоск, в любом отделении банка, на почте, а посмотреть необходимую сумму посредством личного кабинета плательщика, открывающего большие возможности для дистанционного обслуживания. Доступ на интернет-площадку может быть осуществлен по логину и паролю. Для его получения достаточно заполнить заявку, а в доступе иметь компьютер и интернет. Интернет-сервис для физических лиц позволяет получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличие переплат, о задолженности по налогам. Также позволяет контролировать состояние расчета с бюджетом, получать и распечатывать извещения на уплату имущественных налогов, подоходного налога с физических лиц, оплачивать налоговые платежи посредством интернет-банкинга, заполнять декларации и направлять в налоговую инспекцию декларации в электронном виде. Позволяет записаться на прием в инспекцию по месту постановки на учет и иное. Для того, чтобы воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет физического лица», необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом, заполнить заявку на получение логина и пароля для работы в личном кабинете, и после этого вам будет бесплатно выдан логин и пароль для входа в личный кабинет. Дополнительную информацию по работе в личном кабинете можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам, либо обратившись в учреждение по месту проживания или постановки на учет.